Один человек погиб, и еще четверо пострадали в результате дорожной аварии под Первоуральском. Смертельное ДТП произошло днем на 58-м километре Екатеринбургской кольцевой трассы. Произошло дорожно-транспортное происшествие между транспортными средствами ВАЗ-2111 и ГАЗ-2705. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2111 и пострадало 4 человека, из них один ребенок 16 лет. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2111, мужчина 83-го года рождения, допустил выезд на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение с грузопассажирским фургоном «Соболь». В нем, помимо водителя 77-го года рождения, находились 3 пассажира. Среди них 16-летний подросток. Пострадавших госпитализировали с травмами головы и переломами. Автоинспекторы сейчас уточняют причины дорожного происшествия и занимаются ликвидацией пробки, которая образовалась на месте аварии.